не я. Да хай, сегодня я не один. И со мной Тривол. И Батурхан, мой брат. Ладно, давайте, пошлите добывать дерево. Я бы пошла домой. Я буду добывать дерево. Алло, ты куда пошел? Я дерево буду добывать. Не ладно, я тоже буду дерево добывать. Ждем. Я 7 делал, и 7 берет. Я тоже. Я 14 берет. Давайте 14 березы каждый добудет. Я уже 9 добыл. Я буду за лесом, ага. Читы, а я вас вижу, мистеры, Тамик, привет. Где дурацкий русский? Я здесь. Привет. Я уже короче, я тоже. Я тоже. Все, вот. О, Ник. Все, я вам сделал. Я сделал вам верстаки. Не надо делать ей. Ай. Алло, вот, бери, Тамик, бери. Вот тебе верстак. Как вы хотите, может, я 18. Молодец, юный химик. Я пошел строить себе дом. Люди! А давайте все. Ты забаганулся. У меня на телефоне ты забаганулся. Алло. Ты тоже у меня забаганулся. Ты там. Давайте все вместе будем жить. Давайте. Ты же сам забыл. Это запасной верстак. Лёха, ты забыл. Это его, это мой верстак. Я пока что добуду нам еды. Ой. Вот это. Блин. Люди. Давай я сейчас тебе все дам. Давай всю березу отдаем Батуру. Вот, бери. Тамик! Это мои... Вот, все. Тамик, пока что пошли в шахты. Блин, я боюсь. Кто-нибудь со мной пойдите.
Ёшкин кот. Ёшкин кот, ёшкин кот. Кто со мной будет купаться? Я рыба, которая разговаривает. Я реально говорящая рыба. Ладно, что бы сделал... Ой, прости. Что бы сделал... Ладно, я пошу... Кто со мной пойдет за углем? Бери. Я 15 добыл. Чего? Железо. Давайте. Я бесстрашный козел. Алло. Мистер Тамерлан, берите 5 железа. Мистер Тамерлан, придите сюда, примите 5 железа. Руды. Берите. Алло, слышишь ты меня? Вот, бери. Ты здесь будешь жить. Ты сам хотел меня? Я откинуть от тебя. Ой. Облом. Облом. Давай быстрей, строй, ё-моё. У меня паника. Стой. Сделай пожалуйста. Я здесь. Наконец-то. Фух, теперь дальше нужно. Ой, стоп. Нужно быстрее. Дерьма. Блин. Пожизненное наказание, если кто-то зайдет в эту печку.
Томик, иди, пожалуйста, принеси ему. А я тут кушать готов. Вам сказать что-то? У меня тоже голод будет. Мы же не тупые. А я пойду еще берез добуду. Я пошел за березой. Я 32 стака добуду. Ой, 32 березы. У меня еще одна Я еще я скоро еще тоже принесу. Я сняла. Не, быстрее ищем. Ага. Нет, нет. Где 300 позиций? У меня 300 позиций. У меня 231. Да! Спасибо. Вот, 20. Блин, мне больно. Вот еще железо. Я пошел еще добуду еды. Есть свинка, есть свинка. Вот, три мяса, курица. Курица еще будет. Жареная курица. Пойду еще корову. Люди, я к вам. У меня первый уровень. Баран. Я сейчас... У кого есть свои печки? Нам, пожалуйста. Все, Баттер, вот, бери 12 дуба. У меня есть 4 файка. Где это, понимаешь?
я нашел барана своего. Нашел баранчика. Жаль, что с него не выпала шерсть. А, нет, выпал. Алло, факелы здесь, около дома мои. Где их освещу? Да. А я сейчас... У кого есть свои печки? Это моя печка, запомните. Баттер, вот, бери дуб, дуб. Ладно, я пока что всем буду готовить. Я ради вас жизнь потратила. Ради вас прям. А ты... Пойду... Тарик, можно уголь? Уголь можно? Уголь! Тамик, уголь! Есть? Нету. А вы знаете, что я... Ладно, я пошел сам добуду. Смотри, Дархан, Дархан, шахтер, я буду. Я сейчас добываю уголь, чтобы затопить печку. По-твоему, я тоже не... У меня не бесконечный голод, да? Дурак, это не твой мир. Как ты сделаешь, если у тебя даже оператора нет? Баттер оператор вообще-то. Баттер, сделай себе, как его, участник, чтобы было все честно. Сделай. У тебя оператор. Я сейчас на приготовлю еды. Знаете, что я вижу сейчас? Что? Люди, подождите, не трогайте печку, там еще готовится. Уберите печку, блин. Алло, пусть сейчас, ты пока... Я пока что посажу что там. А, да. Стойте. Да, я сейчас жарю еду. Да, ладно. Вот, Баттер, бери. Еще. Еще бери. Все, теперь можно убирать печку. Ой, уже ночь наступает. Ладно, я сейчас буду добывать. Да. У меня байткет. Я белый кот, а ты черный кот. О, чебурек. Надеюсь, черный кот и белый кот не обидятся. Стоп. Блин. Чё, ты забыл сохраниться. Алло, подожди. Алло. Сука, дай его сюда. Там, блин, пол дома взорвали. Смотри, что случилось с нашим домом. Зайди.
Устанавливаю. Они здесь пока что заделают дыру. Из-за меня случайно. Ну ты же можешь возродиться, ты что? Что? Мой процент все. Ой! Ладно, тогда я к Тамерлану, я к Тамерлану. Ну прикольно, короче, вот да. Это называли. Ладно, всем до свидания, всем пока.